Вот и закончили мы монтировать навес, который примыкает к фронтону дома. Чтобы место между фронтоном и навесом не протекало, мы монтируем такую планку, или можно сказать уголок, который будет отводить влагу, или дождь, или снег, который будет падать на этот навес. Заранее мы заказали по цвету такому же, как кровля, металл. И этот уголок, он имеет нахлёст где-то 15 сантиметров на саму металлочерепицу. Также он имеет 2-сантиметровый хвостик, который будет вставляться в штробу фронтона. Фронтон у нас сделан из газоблока, поэтому резать его совершенно несложно. Резали мы его диском по металлу. Пришлось нам немножечко срезать утеплитель, так как он создал бы некоторые неприятности. И нам пришлось бы придумывать какие-то замысловатые обходы этого пенопласта, этого утеплителя. А так мы просто в плоскости в одной положим этот отводной уголок, и все будет красиво и аккуратно. А потом в конце этот маленький кусочек мы также короедом заделаем и покрасим. Получается, сделали пропил в газоблоке. Вот уже на чистовом короеде. Сюда вставили этот, можно сказать, этот уголок отводной. Но не прикрутили к навесу. Вот он, видно, навес играет. Вот. И водичка, которая будет сюда бить, она будет сюда стекать. Можно и прикрутить, конечно, но не будем. Вот так оно и будет. Сейчас тут подметем, дождик смоет, и будет чисто и красиво.